В Магадане прошло завершающее в этом году заседание оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции. На обсуждение был рассмотрен вопрос о соблюдении мер профилактики в новогодние праздники. Действие рождает противодействие. И в конечном итоге все зависит от того, как мы на местах, выполняя свою работу, именно работу с людьми. Также в связи с наступающими праздниками возрастает риск заражения коронавирусом. Согласно прошлогодней статистике, очень много людей 60+ заболели. В преддверии новогодних праздников я очень вас прошу только об одном. Если вы почувствовали себя плохо, если вы заболели, пожалуйста, не ждите окончания новогодних праздников. Как показал опыт прошлого года, к сожалению, это привело к фатальным моментам. А также было сказано, что медицинские учреждения, такие как скорая помощь, стационарная помощь и поликлиники районных больниц, будут работать в праздники в круглосуточном режиме. Любовь Голембиовская, Олег Калугин, Магаданское время.